Сегодня полицейские в Кустанае запустили в работу перекресток с диагональной пешеходной разметкой. Впервые, кстати, в областном центре. Теперь улицы Маяковского-Чкалова люди смогут переходить по-новому, по диагонали. Для этого на перекрестке изменили и работу светофоров. Для водителей транспортных средств одновременно во все направления загорается красный сигнал светофора. А для пешеходов в это время загорается зеленый сигнал светофора. А пешеходы могут перейти дорогу в удобном им направлении. Позже загорается для водителей транспортных средств. Светофорный объект переходит в обычный режим водителей транспортных средств. Сначала по улице Маяковского, да, потом по улице Чкалова, как в обычном порядке проезжает перекресток. Для водителей, отмечают полицейские, в работе перекрестка по-новому есть свои плюсы. На поворотах они пропускают лишь двигающиеся навстречу авто. Пешеходов в это время на дороге быть не должно. Они в этот момент стоят и ждут своего сигнала светофора. В департаменте полиции Кустанайской области надеются, что это нововведение значительно уменьшит количество ДТП с участием пешеходов на этом участке дороги, так как он довольно часто упоминается в полицейских сводках. Мы не случайно взяли этот перекресток Маяковского-Чкалова. Хоть она второстепенная улица у нас, но на данном участке дороги у нас проходит очень большой поток транспортных средств. Вблизи находятся образовательные учреждения, школы, садики, колледж, университеты. Мечети находятся здесь и остальные социальные объекты. Работу перекрестка полицейские запустили в экспериментальном режиме. Если населению и водителям придется новшество по душе, то диагональные пешеходные переходы останутся. Возможно, затем такие же разметки могут появиться и на центральных улицах областного центра. Пока же горожанам трудно сориентироваться. Полицейские рекомендуют людям просто смотреть на электронную пешеходную панель. Если шагающий человек на ней загорается зеленым светом, они могут переходить перекресток не только прямо, но и посередине, в удобную для себя сторону. Виктор Ваташко, Татьяна Калюжная, РТН.